Вчера в каждом уголке нашей страны отмечали главный праздник – День России. Каждый год это событие сопровождается яркими и зрелищными мероприятиями – флешмобами, фестивалями, выставками, квестами. На этот раз организаторы мероприятий не изменили себе и сделали для ямальцев замечательный праздник. В каждом поселении Ямальского района прошли концерты, игры и спортивные состязания. К слову, даже погода в этом году позволила провести мероприятие, как планировалось. В Ярселе гостей праздника встретила интересная концертная программа, спортивные марафоны и самые разные игры для детей. Также на главной районной сцене были вручены паспорта юным ямальцам. Накануне этого события глава района обратился к землякам с поздравительным словом. Сегодня сплоченность, патриотизм и созидательный труд граждан России служат основой дальнейшего движения вперед, продолжения масштабных преобразований. Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений и достижения поставленных целей. Пусть в ваших семьях царит счастье, согласие и благополучие. С праздником! Днем России! Глава муниципального образования Ямальский район Андрей Кугаевский. Подробнее о том, как прошли праздничные мероприятия в районном центре, смотрите сегодня в программе «Люди, события, факты». Губернатор Ямала поздравил рожениц с Алихарской окружной больницей и вручил им подарки для новорожденных малышу Ямала. Коробки с приданым в торжественной обстановке получили 6 мам. Все они вместе с малышами выписывались домой. Напомним, такие подарки на Ямале начали вручать с 1 июня. Одна такая коробка включает в себя 44 предмета, которые нужны младенцу в первые месяцы жизни. Правда, для получения такого подарка есть необходимые условия. Хотя бы один из родителей должен иметь постоянную прописку или временную регистрацию в регионе. Могу точно сказать, что эта мера будет продолжена. Мы хотели посмотреть то, как мероприятие это наше пойдет, и видим, что отклик очень, очень хороший. Действительно, это помощь в первые дни молодым родителям, молодым или когда второй, третий ребенок. Это в любом случае помощь, и она очень востребована. Мы, как и говорили, будем, конечно, смотреть состав. Это будет легко сделать, опросим тех, кто фактически им воспользовался. Мы пока, когда думали над его составом первоначальным, спрашивали мнение молодых мам о том, что там должно быть. Теперь мы точно сможем по итогам года или там, первых месяцев опросить уже тех, кто воспользовался им. Может, какие-то будут предложения, изменения. Сразу после вручения губернатор осмотрел перинатальный центр больницы. В среднем здесь за сутки появляется на свет 4 младенцев. В Салехарде рожают пациентки из окружной столицы Лабытнанги, а также Ямальского, Тазовского, Шурышкарского и Приуральского районов. Медицинское учреждение оснащено современной диагностической и лечебной аппаратурой, позволяющей выполнять реанимационную, лечебно-диагностическую, а также реабилитационную помощь. В центре принимают пациенток с наиболее тяжелыми случаями протекания беременности и родов. 8 июня началась плановая проверка лагерей в Болгарии, Крыму и Краснодарском крае, в которых отдыхают ямальские дети. Проверку проводит директор Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайрулин, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данила Турбицын, профильные специалисты департамента, представители муниципальной власти, курирующие это направление. Уже проверены 4 популярных учреждения отдыха, впереди еще 3. Результаты проверки порадовали инспекторов. Положительные изменения, к примеру, произошли в популярном среди ямальской детворы лагере «Шахтинский текстильщик». В нем заметно улучшилось питание, вводят в эксплуатацию новый бассейн. В одном из корпусов для ямальских детей достроили и оборудовали дополнительные помещения для кружковой работы. Расширена и оборудована территория пляжа и акватория купания. Так как морю пансионата с каменистым берегом предложено провести дополнительную отсыпку мелкой гальки, возможно, песка. Остальные оздоровительные лагеря тоже показали заметные качественные изменения, но в любом случае есть еще над чем работать, убедились эксперты. Павильон Маранга станет стартовой площадкой книговорота в Ярселе. Познакомиться с явлением буккроссинга в районном центре предлагает предприниматель Сандра Саратета. Суть этого долгосрочного проекта проста – обмен книгами и информацией, которую они в себе несут. Буккроссинг – это беспрерывное движение книг от одних людей к другим. Свою историю это общественное движение берет в Соединенных Штатах Америки. В Россию буккроссинг пришел в 2002 году, спустя чуть больше года после своего зарождения. В Ярселе опыт книгообмена станет первым. Мы все можем сделать одну огромную библиотеку просто благодаря тому, что мы будем обмениваться книгами. В больших городах это делается немножко другим образом. То есть люди могут оставить книги в каких-то местах, на них клеят наклеечки, то, что эта книга не потерялась, вот ее специальный номер. Есть сайт буккроссинга российский, вот, ты там идентифицируешь эту книгу, и потом можно посмотреть, как эта книга перемещается по всей стране и даже по миру, если она куда-то выехала. Вот у нас пока что без этого, просто, в принципе, обмен книгами. Принять участие в буккроссинге может каждый желающий. Для этого достаточно принести книгу, которую вы хотите поделиться, в магазин Маранга. Или там же взять, почитать издание, соответствующее вашим интересам. Сандра любезно предоставит для этого книги из своей библиотеки. На самом деле, тематика у них очень разная. Это и
этнография, это культурология, то есть это книги по немецкой народности, ханты, коми и так далее. Здесь есть очень много классики, есть популярный науч-поп, особенно биология. Здесь есть у меня книги по физике, по психологии, потому что я их люблю и пытаюсь изучать, насколько моего гуманитарного ума хватает. Вот, на самом деле очень-очень много всего разного, много всего интересного. Информацией и знаниями нужно делиться, поэтому активно принимайте участие в буккроссинге. Приходите в павильон Маранга, там вас очень ждут. Давайте просвещаться вместе и помогать друг другу узнавать новое.